Все. Сказали до свидания ей. Ездил 7. Папа, да, любил Волги. Да, и была 21-я была первая. Да. Которую он выиграл в лотерею вообще. Что, настал тот день? Сегодня еду забирать 24-ю Волгу с пробегом 15 тысяч километров. Вроде бы 1986 года. Подзабыл чуть-чуть. Сейчас, в общем, садимся в троллейбус. И поехали. Так, ну что, я на месте, идем смотреть. Самое интересное сейчас попрошу, чтобы хозяйка рассказала историю, как эти автомобили попали в их семью. Вот, в предыдущий раз у меня удалили 2 раза видео уже с YouTube, YouTube забанил их. Почему? Потому что, оказывается, я показываю там старые бумажки, а в бумажках написаны фамилии. И сегодня, я так подозреваю, это делать уже нельзя. Кстати, счет справка и очень интересные документы теперь показывать я не буду. Жаль, но, кстати, в Инстаграме я сделаю фотографии. И кому интересно, как это выглядело, сколько стоили машины, смотрите в Инстаграме. Вот так я буду делать. Все, сейчас стартуем, идем. Ждем интересную историю. Забираю машину. Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. Ну что тут? Привет. Порядок? Будет машина. А? Ну конечно, как и договаривались. В час. Я дам крачу, чтобы поворачиваю и качаю колеса. Чтобы они проворачивали. Ну да, 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 да. Мы только уже надули. Угу. А что-то это сейчас не упало. Не хочет? Что-то. Да. Не, ну оно качается. Это, по крайней мере, этого тоже будет достаточно. Ну нам же легче, чем лучше накачаем, легче вытолкнуть. Ну да. Я взял домкрат и насос с той Волги, блин. Угу. Не посмотрел, что тут есть. Так, вот чехлы в машине, да, вот те, что постиранные. Багажники, все хорошо, супер. Оденем их потом. Так, запас. Ну, сейчас выкатим все остальное чуть позже. Отойди. Я? Да, вы можете идти туда. Куда? Нет, а, туда не пойду. Пошлите сходим, а чего? Нет, я зачем закрывать? Я здесь буду работать. Да, занимать, пошлите сходим. А ты там... Садимся, нам надо 2 минуты с вами. Сохранить. Хотела себе еще на память ее в конце сфотографировать. Да потом еще сфоткайте, когда чистая будет, если вам надо, конечно. Ну еще так, увидимся. Пусть. Так, ну что, расскажите нам вкратце, пожалуйста, потому что ваш папа являлся обладателем этой Волги чудесной. Вот. Как она ему досталась? У него есть еще была, еще есть вторая Волга, на которой он регулярно ездил. Папа, да, любил Волги. Да, и была 21-я. 21-я была первая. Да. Которую он выиграл в лотерею вообще. Серьезно? В 70-м каком-то году, да. 21-ю выиграл? 21-ю. Ну, расскажите, это интересно. Ну, я не знаю, я еще не родилась. Но мне только сказали, что он выиграл. А, в лотерею. Это все, что я знаю, да. Понял. Вот, еще советские лотереи. Вот. А вот эту вот он уже покупал, будучи... проектировщиком города Славутич. Там дали 2 или 3 машины из Москвы по заказу государственному. Их привезли. И вот получил главный инженер проекта, мой отец получил. Да, 2 человека, по-моему, всего. Потом «Жигули», которые люди получили, еще «ВАЗы» там по протоколам были, то, что я видела. Вот. Но, ну что же, он в 89-м получил. И тут пару раз мы съездили в Крым всей семьей. Вот, и в 93-м году тоже уже последний раз ездили. Приехали 1 сентября и уже на Покрова папа умер. Получается, он купил ее и практически... Ну, 3 года. 3 года она у него, да. 3 лета, скажем так, отъездили. Ну, только туда и назад. А другая стояла, он... На ну, той ездил, а это больше стояло все равно даже в конце, когда купил. Нет, до 89-го он только на той ездил, на серой. А когда эту купил, тупо закрыл? Уже ту закрыли, да. А на этой уже, это ж моднее была, поэтому. Понял, понял. Да. А кем ваш папа работал?
Ну, папа должности разные занимал. Ну, из последних это он был замдиректора проектного института. В Киеве, да? Киевского, да. Ну, которые проектировали там госучреждения, отели, стадионы и тому подобное. Папа интересный был. Это хорошо. Во всех отношениях. Веселый, да, наверное, был? Ой, ну да, он компании любил, ну так, чтобы не блатные компании, а культурные компании. Понятно, понятно, да. Понятно. Ну, умный у вас человек был, потому что проектировщик — это дело серьезное, это надо это быть. Это целый город проектировать, даже это не одно здание, это проект целого города с коммуникациями, со всеми. Город назывался Славутич. Славутич. Представляете, Славутич город, проектировщик города. Да. Ну, а, да. Государственную премию получил за это. Одну из. Он несколько государственных премий имеет. Ну, класс. Ну, потом, может, премии папа, найдете. Папа супер. Папа супер. Да, ну, супер, что. Да. Так, ну, вот такая вот вобла. Мама гордилась. Такая вот история у нас короткая. Как всегда, машины обычно достаются либо в наследство. Да. Людей не становится. Это дело такое. Вот он, папа хотел всегда мальчика. Мальчика. Вот да. Хотел мальчика, вот чтобы мальчику, вот он не получилось мальчик. Ну ничего, девочка тоже очень хорошо. Ладно, спасибо вам за историю. Не прощаемся. Не, боже, сохранили. Да, не, да, сохранили историю очередную. Вот, посмотрите, какой город, и вы теперь знаете приблизительно, кто проектировал. Вот у этого человека была такая чудесная машина, и не только. С пробегом у нас здесь 15 322 километра. Так, ну что, грузим? Идем грузим. Да. Толкаем? Да, пробуем. Кто за руль, я сзади. Багажник пока закроем. Аккуратнее, главное ее еще чтобы остановить успеть. Так. Успеем? Остановить. А? Остановить там головой. Я поддержу, я нормально. Выкручивайте. Выкручивайте руль. Выкручивайте. Все, сейчас она скатит. А, вообще отлично, выравнивайте. Вот так, оп. А ну, там есть передача? Да я подержу. Да не, не. Да не, стой. Подожди, я он еще раскручу и все. Тебе хорошей дороги. Давай, пока. Все. Сказали. Никогда не видел, очень интересное место.